Играли на различных музыкальных инструментах и пели песни. В Одинцовской библиотеке номер 1 выступили ученики и преподаватели детской музыкальной школы и школы искусств «Классика». Это новый библиотечный проект, сделанный совместно с детскими школами «Музыкальный и искусств» под названием «Нескучная классика». В его рамках школьники смогут познакомиться с жизнью и творчеством одаренных композиторов и музыкантов. И сегодня у нас самая первая встреча. Называется она «Виво, Престо и Аллегро». И посвящена она музыкантам-виртуозам, композиторам-виртуозам. Мероприятия в рамках проекта будут проходить в библиотеке ежемесячно. Главная его задача – привить детям духовно-нравственные ценности. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».